Так, всем привет. Мое предыдущее видео неожиданно прервалось, у меня там батарейки закончились. Сейчас я, как говорится, дальше продолжаю. Значит, еще раз, как проверить, каким полем повернут магнит? Так, конечно, хорошо иметь вот такое устройство, магнитное поле детектор. Вот же магнетик поле идентифайер называется. Вот, значит, я, у него тут есть два этих самых две лампочки, это южный полюс и северный полюс. N это северный полюс, S это южный полюс. Значит, если я сейчас смотрю на вот эту сторону, нажимаю кнопку, он показывает северный полюс. Значит, вот эта сторона у нас северный полюс. К нему вот этот компас должен притягиваться красной стрелкой. Красная стрелка это мой южный полюс, потому что на магните у меня сейчас северный полюс. К нему, естественно, должен притягиваться южный полюс. Если я магнит переверну, то там будет северный полюс, то там будет южный полюс, и к нему будет притягиваться северный полюс. Значит, магнит у меня сейчас северный полюс. Северный полюс. Он показывает северный полюс. Значит, к нему сейчас будет притягиваться южный полюс. Южный полюс это красная стрелка. И вот смотрите. Да, действительно. Южная стрелка это южный полюс, здесь у меня северный полюс, значит все нормально. То есть на этой стрелке находится южный полюс, магнитное поле южный полюс, а здесь находится северный полюс, нормально. Теперь я беру, переворачиваю магнит, у меня теперь сейчас южный полюс на магните. Естественно, противоположное поле южному полю на магните вот здесь, это северный полюс. И мы сейчас проверяем, значит. Я говорю, что здесь южный полюс. И сейчас мы проверяем. Вот у нас показывает мой детектор, что тут южный полюс. И это правда, потому что он притягивается к... То есть к нему притягивается стрелка с северным полюсом. Если я магнит переверну, на магните сейчас у нас этот самый северный полюс. И к нему притягивается стрелка с южным полюсом. То есть вот что, собственно, нужно знать, когда вы используете только, когда у вас только есть компас. Потому что некоторые люди задаются, что как себя должен вести компас, когда на магните такое-то поле. И вот я вам сейчас в этом видео показал это. Поэтому это самый простой вариант, точный вариант. Этот вариант вам нужно быть точно уверенным, что он все правильно показывает, потому что есть дешевые эти компасы китайские, которые неизвестно куда показывают, по ним очень трудно что-то определить, то есть желательно иметь компас такой, который типа армейского, который действительно в деле, ну, который реально для походов используется, потому что если у вас самый дешевый какой-то компас, то всегда есть шанс, что у вас что-то будет там неправильно показывать. Как бы вот основное, что стрелки должны четко иметь магнитное поле. То есть он должен, если я сейчас магнит, допустим, поставлю вот этой стороной, видите, тоже у меня сейчас это северный полюс. Поставлю вот этой стороной, видите, у меня сейчас вот эта сторона южный полюс. То есть всегда здесь противоположный полюс тому полюсу, которому вы поставили магнит, которому поставили компас. Ну вот, ну вот это все, что я хотел показать. Надеюсь, этой информации достаточно, чтобы уже как бы четко знать, как собрать схему бедини, ну не схему бедини, а колесо, которое используется в системе бедини. Колесо бедини, оно приблизительно, не знаю, 14 дюймов тут. В принципе, вы можете взять любое колесо. Главное, чтобы оно было сделано из немагнитного материала. Это может быть дерево, это может быть пластик, это... То есть железо в минимум, максимум, где железо может вот здесь быть. Если я вот сейчас проверю магнитом, то я сейчас скажу. Здесь уже чувствую то, что здесь немножко есть примагничивание. Здесь тоже есть примагничивание. Коси, кстати, нету примагничивания, хотя. Нет, в основном к этому. Ну, видите. Даже и с таким колесом можно какие-то результаты получать. Если вы следите за моей работой на форуме заряд, вот, заряд.com, то там вы можете в разделе авторский
авторский раздел TR-23, это я посмотреть мою работу, то, что я сделал. Там я, в принципе, там не всю мою работу размещаю, но так это самую основную информацию о том, как у меня этот прогресс идет. Вот. Ну вот это все, что я хотел сообщить. Надеюсь, что вы теперь знаете, как это дело правильно измерять, потому что. А, и сам еще, конечно, главное, у меня магниты не неодимовые, они все ферритокерамические. Вот, ферритокерамический материал. Достать это в СНГ я не знаю как. Я заказывал это в Германии. Вот. То есть я могу лишь порекомендовать, если вы не можете найти, свяжитесь со мной, я попробую вам помочь. По крайней мере, с указанием, на какой магазин где-то можно взять. Ну вот, вся информация. Желаю вам удачи и успешных экспериментов. Пока.